Здравствуйте, мои хорошие! И снова с вами магазин Lucha.ru. И сегодня у нас с вами бусы из натуральных камней от компании Века. Вы знаете, мне кажется, это очень необычное видео в плане того, что таких красивых бус от компании Века мы не получали ни разу. Нереально крутые камни. У нас стоят аметисты и цитрины. Не очень, конечно, так сложно вот большие бусы длинные показывать на этом видео, но все равно, посмотрите, какая прелесть. Я вам сейчас прям потихонечку ниточку буду протягивать. Посмотрите, какие огромные. Достаточно чистые, ограненные цитрины и аметисты. Вы помните, что цитрины и аметисты – это все кварцевая группа камней. Но то, что они натуральные, здесь не возникает. Вот здесь, например, уже аметрин. Видите, вот он прям переходит. Цитрин с аметистом. Нереально крутые бусы. Если вам нравится такая гамма, у нас вот все, что есть на палетке, только это и есть. И к ним есть еще сразу браслетики, да, как бы. То есть вот к этим бусам... Я думаю, что вот этих браслетик по тональности. Тоже здесь стоят аметисты, цитрины. Стоят два рауха, вот цитрины и жемчужная майорка. Но я говорю, комплекты по цветовой гамме просто невообразимой красоты. Вот эти бусы самые короткие, самыми... Посмотрите, какой роскошный аметист. Прям завораживают. Эти бусы самые короткие, скажем так, самые простые, потому что здесь, ну, реально больше ничего нету. Прям вот цитрины и аметисты. Вторая моделька у нас, я вот так их положу. Кстати, браслетики, они плюс-минус одинаковые, а вот модели бус, они немножко разные. Та была простая, вот эта модель уже немножко посложнее. Во-первых, здесь добавился раухтопаз, видите, бусинка, ограненные бусинки, майорка цветная, желтая и сиреневая. И опять же, посмотрите, вот у нас прям вот он, аметист с цитрином, видите? Вот он, аметринчик готовый, огромный, крупный, красавчик. Вот так вот протаскиваю. Посмотрите, какие цитрины. Все ограненные, огромные бусины. Здесь немножко добавилось еще вот этих, да, вот как бы таких элементов. Но и шарик аметиста. Жалко, что как бы сложно в видео, не так хорошо они смотрятся. Вот такие. Третьи бусы самые длинные, самые большие, с самыми крупными камнями. Посмотрите, какая прелесть. И сейчас на белом фоне, я думаю, вам их будет особо красиво видно. Огромные, опять же, аметисты. В тон поддерживается майорка. И как природа растет, вот аметист с цитрином, так и за компанией Века сделана бусы аметист с цитрином. Необыкновенные, да, красоты. К ним идут браслетики. Еще раз я поближе попробую их показать. Попробую их показать, чтобы их вытащить. И вот такие браслеты. Браслеты просто на резиночке. И второй вариант бус. Они тоже аметист. Он теперь здесь идет. Мы же знаем, что есть... Это что у нас второе здесь? Аметист и... Аметист, флюорит, аквамарин, цитрин и розовый кварц. Это флюорит. Вот эти зеленоватые, такие светло-зеленого цвета, флюориты, аметисты, розовый кварц. Но опять же гамма, ну давайте вот так, наверное, покажу. Восхитительная. И опять протяжечку вот так. Смотрите, здесь у нас хорошо отшлифованные, идеально гладкие бусины. Даже вот эти малявочки, и то это цитринчики, посмотрите, натуральные. Дальше идут флюориты с розовым кварцем, цветочки. Гладкие пластины. В общем, здесь прям все разнообразие. И к ним есть... Ровно такой же, я попробую сейчас это сделать вот так на руке, может быть лучше. Ровно такой же браслет, и он на резиночке. Поэтому прям такая весенне-летняя, очень нежная, очень красивая гамма. Ну и шикарные кристаллы, конечно, невообразимые. Пишите, звоните, все цены, все размеры и WhatsApp вам в помощь на нашем сайте lucha.ru. WhatsApp вам в помощь, а мы вас ждем в нашем магазине. Всего самого хорошего.